В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Что нужно знать про ковидные проверки бизнеса? Энергия и среда обитания. Ученик лицея номер 15 стал победителем областного конкурса. Быстрее, выше, сильнее. 30 октября в России отмечают День тренера. Далее расскажем обо всем подробно. Нижегородские школьники закончат отдыхать 5 ноября, продлевать каникулы не будут. Об этом сообщил министр образования области Сергей Злобин в своем аккаунте в Инстаграм. Тем не менее, родители встревожены неопределенностью. Они хотят знать, перейдут ли учебные заведения в регионе на дистанционный формат работы, как в Москве. Сергей Злобин уточнил, что пока на этот вопрос нет окончательного ответа даже у руководства региона. Ситуация с коронавирусом в Нижегородской области продолжает ухудшаться. Вместе с ростом новых случаев растет и количество смертей. В Сарове от ковидной пневмонии умерли уже 13 человек. Как говорят представители городского оперативного штаба по распространению инфекции, большинство заболевших лечатся дома. Очень много бессимптомных, либо с неярко выраженными симптомами. Тем не менее, порядка 10% от общего числа заболевших проходят излечение в стационаре. На сегодня это 180 человек. Хочу отметить, что клиническая больница 50, медицинские работники готовы к эффективному и оперативному лечению всех заболевших. Создан резерв по медицинским работникам для решения оперативных задач. Из числа тех, кто болеет, основная задача – минимизировать количество фактов с тяжелыми формами заболевания. На это направлена работа всей саровской медицины. Как рассказал Сергей Лобанов, большое количество выявленных больных связано с тем, что две саровские лаборатории работают на предельной мощности. В день делают около 600 тестов. Это позволяет выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение. Вместе с МНИФ лаборатория работает над приобретением дополнительного оборудования для тестирования. Помогает городу и госкорпорация «Росатом». В ближайшее время планируется приобрести новый компьютерный томограф, который также улучшит методы диагностики и работы медицинского персонала. На сегодня в ежесуточном режиме работает горячая линия. Это телефон 947, на который любой гражданин, житель нашего города, может в любое время позвонить и получить необходимую информацию. На данной линии работают операторы. Если операторы загружены, то идет переключение, где можно в режиме голосовой информации передать свое сообщение о той проблеме, которая у вас существует. Также по номеру 977-77 можно оставить заявку, если вам нужна помощь с доставкой продуктов, лекарств или выгулом собак. Кроме того, в городе заработала добровольная народная дружина. Ее участники будут помогать полиции и ответственным службам проверять соблюдение профилактических мер в местах общего пользования. Вступить в ДНД можно, позвонив по телефону 90309. По всей стране проходят проверки соблюдения санитарных мер. Особое внимание надзорные органы уделяют представителям бизнеса. Как показала практика, готовы к этому далеко не все. Каждый день суды штрафуют предпринимателей на внушительные суммы. О чем стоит помнить представителям бизнес-сообщества, чтобы встретить ревизоров во всеоружии, выясняла наша съемочная группа. Бизнес под перекрестным огнем. После осады, в которую их загнал COVID-19, предприниматели, сумевшие сохранить свое дело и удержаться на плаву, оказались в новой реальности. Теперь они должны отвечать не только за себя, но и за своих клиентов, которые не всегда готовы жертвовать личным комфортом ради безопасности окружающих. Разметка на полу, стенд с антисептиками, средства индивидуальной защиты для сотрудников, запрет обслуживать людей без масок. За несоблюдение любого из этих требований бизнесу грозят кабальные штрафы. Даже легкая небрежность может обойтись в сотни тысяч рублей. Каждый предприниматель должен нести ответственность за то, что происходит на территории его бизнеса. Первое – это должен быть организован входной фильтр. То есть сотрудники обязательно измеряют температуру, получают средства индивидуальной защиты, потом только проходят на свои рабочие места. Второй пункт, значит, это касается дезинфицирующих средств. Запас этих средств должен быть на 5 дней в организации. Не успели что-то заказать, у вас есть что выдать людям, которые пришли на свои рабочие места. Все действия, которые вы делаете, измерение температуры, выдача средств индивидуальной защиты, все это фиксируется в журналах. К
повышенному вниманию со стороны проверяющих должны быть готовы владельцы клубов, кафе и ресторанов. Они по-прежнему могут обслуживать клиентов. Но свадьбы, банкеты и вечеринки стоит отложить до лучших времен. Мероприятия сейчас массовые запрещены. Если вы даже будете это как-то попытаться скрыть, обмануть, конечно, никого не получится, потому что любой житель может все это как-то зафиксировать, пожаловаться на шум, и будет просто неприятная, опять-таки, встреча с вышестоящими организациями, которые придут с внеплановой проверкой. И это лишь малая часть правил, которые сегодня должны соблюдать предприниматели, чтобы не навлечь на себя гнев надзорных органов. Полный перечень санитарных требований к бизнесу прописан в указе губернатора Нижегородской области и документах Роспотребнадзора. Если разобраться в них самостоятельно не получается, всегда можно обратиться за помощью. Центр поддержки предпринимательства готов оказать консультации. Каждую ситуацию можно проговорить отдельно с каждым. У кого-то, может быть, какие-то уже есть документы, каких-то не хватает. Пожалуйста, звоните, мы всегда готовы помочь. Звонки от представителей бизнес-сообщества принимают с 8:30 до 17:30 по телефону 9-92-65. Клуб «Акбар» приглашает всех неравнодушных горожан старше 18 лет присоединиться к волонтерскому отряду и помочь с выгулом собак у людей, которые находятся на карантине или больны COVID-19. Добровольцев обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Подробности в группе клуба ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления социальных выплат на приобретение или строительство жилья для молодых семей. Теперь россияне смогут подавать документы еще и дистанционно с помощью портала госуслуг. На документах должна стоять электронная подпись одного из членов семьи. Выплаты на жилье могут получать семьи, в которых каждому из супругов еще нет 35 лет. Наличие детей при этом не обязательно. Главный фактор получения помощи – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Размер выплаты составляет 30-35% от стоимости жилья. Полученные деньги можно потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья или на первоначальный взнос или погашение ипотеки. 3 ноября в России пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», в этот раз в онлайн-формате. Крупнейшие музеи, выставочные концертные залы, библиотеки проведут трансляции встреч с известными деятелями культуры и лекции об искусстве, онлайн-показы концертов и виртуальные экскурсии по своим экспозициям. Саровский драматический театр в этом году решил присоединиться к акции и показать онлайн «Чеховскую чайку». Ссылка на спектакль будет размещена 3 ноября в группе театра и на сайте. Посмотреть постановку можно будет в течение недели. Для зрителей старше 16 лет. Ученик 9 класса лицея номер 15 Лев Цветков стал победителем областного этапа конкурса школьных проектов «Энергия и среда обитания». Его решили посвятить эффективному использованию ресурсов и энергии. На конкурс лицеист представил работу в номинации «Проекты по теме энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой энергетики». Идею принять участие в конкурсе «Энергия и среда обитания» Льву подсказала мама. Преподаватель географии лицея номер 15, победитель конкурса «Учитель года 2019» Наталья Цветкова. За плечами у начинающего изобретателя уже есть несколько успешных проектов области экологии. От систем автополива растений до гроубоксов, в которых с помощью регулировки микроклимата можно выращивать различные культуры. Поэтому Лев не стал долго раскачиваться и вскоре ухватился за мысль. А что, если превратить бесполезный мусор в ресурс для 3D-печати? Через несколько недель проект был готов. Его основная суть – это переработка обычных пластиковых бутылок, которые, ну, грубо говоря, у нас под ногами валяются, которые мы выбрасываем. И из них можно делать пруток для печати потом на 3D-принтере. Из этого прутка можно изготавливать практически все, что угодно. 3D-печать сейчас очень сильно развивается. В принципе, все, что угодно – это какие-то шестерни, модельки. Во время пандемии энтузиасты на 3D-принтерах печатали детали для аппаратов EVL. Проект, который принес Льву победу, включает в себя рабочий макет, сам станок и сопроводительную документацию, в которой пошагово описана процедура переработки сырья. Сначала на лезвие бутылка превращается в ленту толщиной 10 мм. Дальше эта лента под действием нагревателя, там 225 градусов, она при помощи железного конуса она превращается в круглый проток. И потом уже этот проток наматывается на катушку. То есть, в принципе, ничего сложного, просто под действием температуры от нагревателя лента от бутылки изменяет свою форму и потом уже наматывается на катушку. То есть никакого горения нет, открытого огня, не выделяется никакого там газов токсичных. Все, в принципе, экологично, и можно делать спокойно дома или там у себя в кладовке. В ближайшем будущем Лев Цветков хочет выложить свои идеи в свободный доступ, чтобы его наработками и предложениями смогли воспользоваться все желающие, которые, хочется верить, обязательно найдутся. Даже короткой прогулки по городу достаточно, чтобы понять, работы тут непочатый край. А пока лицеист наслаждается двухнедельными каникулами, которые школьникам подарил глава региона Глеб Никитин. И, конечно, продолжает генерировать идеи для новых проектов.
Библиотека имени Маяковского объявила литературный конкурс «Вдохновение». В этом году он пройдет в онлайн-формате. Среди привычных номинаций новое – «Прорыв». Организаторы предлагают горожанам вспомнить знаменательные события и людей, связанных с Российским федеральным ядерным центром. Подробности далее. Впервые конкурс «Вдохновение» прошел в нашем городе 4 года назад. Тогда его участниками стали 23 автора. Год спустя свои работы прислали 55 человек. Лучшие произведения двух лет вошли в сборник «Вдохновение». Конкурс планировали и в 2018-м, но на него уже никто не заявился. Организаторы поняли, что ежегодные литературные состязания для маленького города – это слишком часто. И сделали перерыв, чтобы дать участникам больше времени на творчество. Пауза продолжалась 3 года. Мы приглашаем к участию всех творческих горожан, всех желающих рассказать и поделиться своими мыслями, своими чувствами, чем-то сокровенным. Вы найдете родственные души, участвуя в этом конкурсе, и новых друзей. В конкурсе смогут принять участие все желающие старше 14 лет. Работы принимаются по нескольким номинациям – проза, поэзия и произведения для детей. В этом году новшеством станет номинация «Прорыв». О событиях интересных, нестандартных, и о людях, которые связаны с федеральным ядерным центром, с нашим федеральным ядерным центром. Это, конечно же, приоткроет еще одну грань развития атомной отрасли и, конечно же, нашего города. Работы на конкурс «Вдохновение» принимаются до 30 октября. Их необходимо прислать на электронную почту библиотеки. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Маяковки в разделе «Конкурсы». Работы победителей опубликуют в сборнике «Вдохновение». 30 октября в России отмечают День тренера. Этот праздник – повод еще раз поблагодарить тех, кто прививает нам тягу к здоровому образу жизни. Учит не пасовать перед трудностями, воспитывать самообладание, стремиться к совершенству. О знаменитой тренерской династии нашего города расскажем далее. Николай Седов на лыжах с малых лет. На них он в зимнее время добирался до школы, которая находилась далеко от дома, и занимался в спортивной секции. Юношеская мечта стать тренером воплотилась в жизнь. 31 год Николай вместе с супругой Еленой готовит лыжников школы Олимпийского резерва «Атом». Среди них немало именитых спортсменов, мастеров международного класса. Есть несколько групп спортивного совершенствования. Дети имеют звание мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, являются победителями, призерами спартакиад школьников, победители и призеры первенства России среди среднего, старшего, юношеского возраста, юниоров и молодежи. Роль тренера в становлении спортсменов трудно переоценить. Развитие физической формы, воспитание выносливости и стойкого характера, целеустремленность лыжников – плоды совместных усилий тренера и подопечного. Николая Евгеньевича воспитанники считают наставником не только в спорте. Николай Евгеньевич очень хороший тренер. Он бывает и строгим в меру, и добрым. Всегда поможет, подскажет. Для каждого спортсмена тренер очень важен, так как он всегда нас направит в нужное русло не только по спорту, но и по жизни. Всегда подскажет, как нужно правильно поступить. За свою карьеру Николай Евгеньевич добился звания мастера спорта и заслуженного тренера России. Не меньше титулов и у Елены Седовой. Но награды и звания для тренеров второстепенные. Улыбки и достижения воспитанников – главные результаты многолетней работы. Мы всегда ходим с удовольствием на работу. Всегда увидишь этих ребятишек, которые тебе радуются. Вот эти счастливые глаза их, которые у них горят. И хочется еще больше и больше работать. Тренируются саровские спортсмены практически круглый год. Когда снега нет, бегают на лыжероллерах. За последние 30 лет спорт во многом изменился. Деревянные лыжи заменили легким пластиком. Самостоятельно протоптанные дорожки превратились в первоклассные трассы с утрамбовкой и нарезкой. Физическая подготовка занимала, можно сказать, что 1/3 всей подготовки лыжника. Основная приходилась на функциональную подготовку плюс беговую работу, то сейчас где-то физическая подготовка силовая занимает порядка 40-50% всей подготовки лыжников-спортсменов. По словам тренера, в нашем городе лыжный спорт занимает ведущие позиции. Саровчане регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня, проводят активные праздники и придерживаются здорового образа жизни.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.